Ивановском музее промышленности и искусства презентовали книгу «Неизвестный Ноздрин. Дневники стихотворения». Брошюра содержит дневниковые записи поэта, председателя Первого России Общегородского совета рабочих депутатов, относящиеся к отдельным периодам 1910, 1914 и 1925 годов. Публикация дневниковых записей Венера Ноздрина была начата в 90-е годы в Ивановском государственном университете. Новое издание продолжает ряд предыдущих публикаций. Оно основано на документах, хранящихся в фондах Историко-краеведческого музея имени Бурылина. Дневниковые записи раскрывают атмосферу общественно-политической и культурной жизни города Иваново-Вознесенска. Например, Авенир Ноздрин писал, что у Думы работы нет, а есть заработок, который охраняется депутатами. В дневниках мы увидим жизнь такой, какая она есть. Очень много трагического, очень много другого, неприглядного. В этих дневниках и беды России, и ведущая беда – это пьянство, и война, начавшаяся Первая мировая война, с которой связано много переживаний.